Начнем мы все-таки с Глеба Пастухова, которого я сейчас попрошу поиграть пока только на варганах. Потому что у Глеба отличный стиль игры, я уже говорил, он играет хорошо, причем очень давно. Ты как начал играть, ты уже сразу хорошо играл, да? Говорят, что я родился с варганом, в общем, но это, конечно, сказки. Но да, я вот как сразу стал играть, так сразу стал уже играть. Но я сначала по-другому, я играл, держал правой рукой, играл кулачком, потом, ну, в общем, держал так, играл вот так, потом держал так, играл так. И в конечном итоге вот пластика вот этой всей игры выработалась вот в такой башкирский так называемый стиль, когда работают все пальцы. И вот теперь, собственно, вот так играем. Ну, лучше показать этот сваган. Да. Хотя, с другой стороны, можем просто позвать следующего исполнителя, раз ты уже еще рассказал. А ты не хочешь попробовать со мной? Хорошо. Да, сначала что-то сольное. Сольное? Ну, конечно.